Все анализы теперь в единой компьютерной базе. В системе лабораторной диагностики Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина произошли крупные изменения. Теперь пациентам не придется долго ждать результатов анализов. Почему? Подробности в нашем следующем сюжете. Пациентам и врачам областной больницы теперь не придется подолгу ждать результатов анализов. Ведь в главном лечебном учреждении региона установлено уникальное компьютерное оборудование. Специальная информационная лабораторная система. Эта программа позволяет назначать и получать результаты в режиме онлайн. То есть в момент выполнения исследования на анализаторе результат может поступить в электронную историю болезни, и врач увидит это у себя на рабочем месте. Информационно-лабораторная система, она позволяет распечатывать уникальный штрих-код, который не позволит перепутать ни пациента, ни те исследования, которые ему назначены, ни результат. То есть ошибка исключается. Работники лаборатории к применению компьютерных технологий привыкали почти полгода. Зато теперь, говорят, это нововведение положительно сказывается на скорости, качестве и результативности лечения. Штрих-код наклеивается на пробирку и на бланк. Значит, это гораздо удобнее, потому что все исследования, которые вводят в отделениях, можно увидеть путем штрих-кодирования, сканер считывает, и мы видим, что отделение назначило нам. Нам не нужно вручную вводить все это в компьютер, потому что все уже распечатано. И бланк, соответственно, тоже очень удобен, потому что потом к нему приклеивается результат, на котором написаны все нормы. Врач может спокойно, никуда не отходя, нигде не искать эти нормы, все это есть на бланке. Он может сравнить патологию пациента или норму. Помимо удобств, таким образом формируется еще и база данных пациентов. И при повторном обращении врачу больше не понадобится рыться в архиве. По индивидуальному номеру доктор сможет узнать весь букет предыдущих заболеваний. По плану, в этом году к системе получения результатов анализов в режиме онлайн областной больницы смогут подключиться и другие медицинские учреждения Мурманска. Например, онкологический диспансер, перинатальный центр и клинический комплекс имени Пирогова.